Привет, ребята! Привет, ребята! Сегодня у нас игра... Веселый холодильник! Веселый холодильник! Супер игруха от Томи! Если кто не знает, ребята, давай, мама, я покажу нашим друзьям. Итак, ребятки, кто не знает, что такое Томи, что фирма Томи делает? А Томи делала у нас бабушку. Ага, бабушку. Томи, веселую бабушку, да. Томи у нас делала... пирата, выпрыгивающего из бочки. Давай, мама, открывай. Так, откроем. Посмотрим. Давай, посмотрим. Давай. Так. Эх. Эх, мама, и ножнички. Что же ждет нас сегодня, ребят? Сейчас посмотрим. Достаем наш супер холодильник. Наш любимый момент. Достаем новую игру. Так, давай, Степаха, сюда. Так, что-то цветное там есть. Холодильник. Давай, Степашка. Какие-то наклеечки сейчас папа откроет, покажет вам, ребята. Что еще там, мама? Да, тут у нас много всего. Итак, это что? Ого. Все? Да. Хорошо. Папа открывает инструкцию. Наверное. Так, инструкция у нас черно-белая, ребятки. Ну, это, в принципе, как известно, всегда. Не проблема. Как всегда. Иногда черно-белое лучше цветной, правда? Согласен. Но материал бумажки прикольный. Мама, держи. Так. Так, у нас какие-то наклеечки. Ага, у нас наклеечки. Сейчас мы будем смотреть, куда мы будем их наклеивать. Подозреваю. Давай холодильник. Это сюда. Холодильник наш. Сейчас мы его откроем, ребятки. А мама, открывай пока вот эти вот штучки, посмотрим, что там внутри. Ага. Значит, ребятки, вот наш холодильник. Вот такой прикольный. Сюда нужно вставлять батарейки. Сейчас будем искать, где их вставлять. Холодильник открывается, не открывается? Не, он как-то должен... Он должен открываться. Но сейчас мы все, ребята, мама прочитает инструкцию, конечно же. Прочитаем, выясним и узнаем. Узнаем. Давай еще вот эти вот штучки. Что у нас там есть? Какая-то еда, да? Да. Так, значит... Холодильник, логично. Что это такое? Ага, это молочко, я так себе понимаю. Так, что еще там? Мама, давай. Не открывай, давай зеленые. Но они же все одинаковые. Они все одинаковые. Ну, конечно, это сыр у нас, ребятки. Давай дальше мне передавай. Оп, вот здесь желтые у нас грибы. И, а, ну молоко я уже показывал. Это у нас что? Это, может, хлеб? Может, подожди, хлеб? Да, ну, там разные, да? Разные. Не одинаковые у всех. Ага. Нет? А, нет, еще какие-то есть. Нет. Это, наверное, колбаса какая-то. Надо разобраться. Смотри, это банан. О, да, банан есть. Да, банан. А что еще? Гриб, гриб уже был. Ага. Ну, значит, все. По идее, я уже все показал. Итак, ребятки, мама читает правила. Опа, Патрик за Степашкой. Патрик. Патрик. А ну, Степаха, забери руку. Патрик. А, не туда убежал. Все, мама, читай правила. Итак, ребятки. Итак, мы разобрались с нашим холодильником. Правила, мама, давай. Вроде бы разобрались. Но Амелия точно уже, да, разобралась. Она уже разбирается во всю. Значит, наш холодильник. Начинаем игру. Нажимаем на холодильник. Так. Он начинает вращаться. И... У нас есть отверстие. У нас есть отверстие. Покажи, мама, которое мы должны... Каждый игрок забрасывает игру, еду своего цвета. Например, так. У меня будет такая. Так. И правила таковы. Он вращается, останавливается, и мы в свою сторону начинаем по одной еду. Да, по одной. Ну, как сможем, так, да. так и забросим. И вот, дело в том, что... Поверни, Амелия, поверни. Если холодильник так. Останавливается лицом... своим лицом к маме или к Степану. Или ко мне, или к Степану. Вход пропускаешь. Это означает, что мы пропускаем, как мы не можем забрать. Степана сторона правая, мама сторона левая. Левая. Mm-hmm. Да. И значит, во время того, как наш холодильник вращается, он еще может открывать дверцу периодически. Ну, сам. Там, да. Сам. И оттуда может вываливаться еда. Если ты не успел. Ну, дело в том, что если бросить всю свою еду. Нет, если твой цвет вывалился, ты его, эти фишки забираешь назад. Ага, а что осталось в холодильнике, то остается в холодильнике, да? Остается в холодильнике. И суть такова, что кто первый избавится от всех по ходу игры, да, от своей еды,
тот и выиграл. В принципе, ничего сложного, да? Да. Посмотрим. Итак, ребятки, мама сегодня играет с Амелией. Да, мы попробуем. Против Степана. Потому что Амелия уже играет. Она уже, да. Итак, ребятки, давайте выберем. Я так понял, мама выбирает все фиолетовые, потому что да, они реально прикольного цвета. Красивый цвет такой, да? Очень классно. Интересно. А Степаха выбирает какие? Красные. Красные. Хорошо. Все просто. Итак, ребятки, начинаем. Итак, ребятки, мы готовы. Я забыла рассказать, что есть сзади переключатель. И есть две скорости. Вторая и первая. На второй скорости холодильник задерживается на 9 секунд. И на первой скорости на 6 секунд. Степаха, поехали. Начинаем. Так. Нажимай. Так. Что случилось? Что случилось? Так, я попробую. Ага, вот так вот. Вот он открывается. Он открывается. Итак, поехали. Техническая неисправность. Давай. Воу! Итак, мама, бери. Так. Так, ждем, чтобы остановился. Не, Амелия, бери у мамы. Так, уже начал знать, держи, забрасывай. Забрасывай, мама. Давай, посмотри. Видишь, вот сюда не трогай сам холодильник, а то он сейчас у нас не захочет. Оп, все, долго думали. Не, я не думаю. Мама пропускает Степаша, смотри, есть он у тебя там место? Мне в глаза. Нет. Посмотри, у тебя может что-то есть. Формочки должен формочки. Смотреть. Амелия не Амелия не трогать. Не, уже нет. Так, хорошо. Так, смотрим. Так, давай, я уже смотри, могу, Степаша. Я уже могу забрасывать. Так, смотри, ты вот эту бросаешь, вот сюда. Вот. Левой ручкой. А, ей же ж неудобно. Да, ей немного неудобно. Так, смотрим, подожди, Амелия. О, так, Степан, две. Две и мне одна. Да, закрывай холодильник. И нажимай. Снова нажать, да? Амелия, подожди. Так, о, еще выпало. Подожди. Да. Амелия, так, подожди. Подожди, тут сейчас так. Подожди, нажать. Ага, о, сам, все, он сам. Ничего он не сам. Надо делать. Степан. Ну. Так, только для Степана. Мама. Давай, 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 Степаша. Давай, смотри. Степаша. Амелия, подожди. Есть у тебя еще формочки, которые подходят? Да, бананчик. Мне пока не везет. Но, так. Амелия, давай, мама, Амелии в ручку. Амелии в ручку. Смотри, давай. Вот сюда бросай. Бросаем. Вот. Есть. Молодец, мама. Есть, еще. Бежать. Еще. Мама немного. Так. Так, давай, Степаха. Я пропускаю ход. Да. Подожди, Амелия. Нам нельзя. Вот смотри, видишь, это вот наша сторона. Так. Пицца. Давай, Амелия. Ой. Так, я ловлю. Я ловлю. Папа, есть. Так, у Степана пропуск. Смотри, вот сюда. Вот, видишь, нам подходит. Так, еще нет, есть? Нет, мне не подходит. Давай. Ребята. Так, мы вошли в базар. Подожди. У меня лимон. И Степаша? Да, yes! Но мама была... Последняя. Так, я так понимаю, мы избавились, да? Избавились от всего, но Степаша был первый, ребята. И мы можем остановить. А он сам сейчас? Та-там! Начинаем еще раз. Степаха, как ты? Так, дело в том, что мне очень нравится. Ну, прикольная игра. Даже Амелия справляется. Мы с моей помощью, скажем. Насколько может. Закрываем, ждем. Ага. Поехали. Все, поехали, ребята. Степан пока выиграет, ребята. Мама с Амелией что-то... Так, смотри. Давай, мама. Смотри, вот здесь. Смотри сюда, на эту сторону. Смотри, видишь, нам подходят формочки. Так. Не, сюда, Амелия, сбоку. Нет. Сюда не можем. Давай, Степаха, мама. Сюда можем. Смотри, Амелия. Давай. Бросай. Так. А, нет, не успел Степан! Я подам. Но у меня три осталось. У Степана четыре, ребята. Так, давай. Смотри сюда. Бутылочка. Давай. Хлеб. Есть. У мамы осталась одна. У мамы остался кто? Гриб. Давай, мама. Вот. Есть, мама Амелия. Так, счет 1-1. Сейчас он у нас откроется, ребятки. Так. И вывалит всю еду прямо вот. Нет. Нет. Не хочет.
Сейчас откроется, давайте подождем. Подождем, пока откроется, тогда уже... Ребята, его, конечно же, можно открыть и самому. Там есть кнопочка внизу. Можно. Но а зачем это делать? Ну, нам подождем, нам прикольно, чтобы он сам соизволит открыться. Ну. И? Ну. И? Нет. Ну давай. Сейчас будет третья партия, ребятки. Это нереально прикольная игруха, я вам скажу. Ну, давай. Мне нравится, но вот, все-таки вот да. Что-то мне есть. Игрушки, которые... Открывай, мама, сами... а то он будет крутиться, он да. Внизу кнопочка у тебя. Вот давай. Это, да? Да. Окей. Ба-бах! Так, разбираем. Ждали и решили не ждать. Это так, это твоя. Держи. Патрик. У нас Патрик тоже хочет играть. Патрик хочет еды. Подожди, мама, пока не закрывай. Не закрывай. Спасибо. Сейчас он будет кружиться. Ага. Ну ты сейчас он остановится, открой. И начнем. Открывай. Оп. Так. Итак, ребятки, я вам скажу реально, игруха очень прикольная. И папа... Так, у нас счет... Папа хочет играть. Подожди, у нас счет 1-1. Да. А, тут третья партия, да? Третья. Ну тогда, мама. На победителя, подожди. Подожди, Амелия. Забрасываем, да? Да. Куда кого забрасываем? Еду. Куда? Зачем? Закрываем. Мама, ты просто огонь. Так. Тихо, я уже хочу играть. Давай, поехали. Степаха начинает. Закрываем. А, ну тут здесь же нету. Все. Ну, поехали. Амелии помогай. Ладно. Так, давай, смотри. Помогай же мамочке. О, Степан так, пропускает, мама, давай. Грип. А у Амелии есть наклеечки. Так, и тост пошел. Степан, надо побыстрее. Мама, давай. У меня лимон есть. Тост, сосную. О, есть! А нету. Мне два осталось. Давай. Что я быстрее? Давай. Банан, подожди, да, банан. И я выиграл. Степаха выиграл быстро. Так, у меня осталось два. Так, Степаха чемпион, и папа бы хотел тоже сыграть. Мама, тормози нашу. Наших холодильник. Так, тормозим мы его, открываем дверь, да? Да. Я так понимаю. Да. Вываливаем. Так, Степаха красный, а папа будет играть желтыми. Ага. Или зелеными? Не, зелеными. Ну, давай зелеными. Нет, желтыми. Ну, давай желтыми. Я желтый. Так, подожди, папе, значит, если вот здесь попадется, то папа будет, значит, бросать. Это значит, да, если он вот так вот встанет, вот да. Тебе лицом, значит... Все, поехали. Итак... Папа, давай. Подождите. Так, ура. Так, нет. Булочка. Бананчик. А я выберу папу. Оп. Что такое? Папа играет первый раз, ребята. Папа, так. У меня осталось три. Так. Что у меня есть? Шампиньон есть. Молочко есть. Так, ребята. Два, и которые нет. Ага, нет. Все, Степаха. Так, папа один, ребята. Ну ты. Ой, папа пропускает. Банан, и вот сюда. Так, мама-чемпион, Степаха, давай сейчас, кто у нас будет. Степаха пропустил. Не повезло. Осталась одна, тост остался. Тост остался один. Вот это игруха, ребята, что, еще одну делаешь? Давай еще раз. Хорошо, давай. Вот это круто. Подожди, папа 6, Степахе. Так, мама, не закрывай пока наш любимый холодильник. Хочется выиграть. Но ты уже и так выиграл. Так. Сейчас решающая партия, наверное. Будет решающая. Ну, и так у нас уже Степаха чемпион. А мама чемпион пока среди... Сеньоров. Всего семейства. Давай, поехали. Поехали. Ага, пошел. Так. Ууу, Степаха! Так, бананчик. Есть? Что у нас тут есть еще? Есть, так, шампиньон. Подожди, сыр. Есть хлеб. Долго думала, расслабилась. Так, хлебчик. Есть? Шампиньончик. Есть. Так, ребята, мама... чемпион семейства! Чемпион! Давай, Степан, ты с мамой. Между нами. Тоже быть. Так.
Ага. 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 И я выиграл. Давай пять. Тут у меня два осталось. Давай. Добрался. Смотри сюда. Оп, давай. Оп. Оп, и не успели. Ну, не успели, да. Итак, ребятки, предлагаю третью. Раз мама, раз папа и финал. Я думаю, что кто-то есть. Ну, давай. На Степана ставки нету. Открывай. Думаю, что Степан в этой партии не выиграет уже. Хватит, одну уже выиграл. Достаточно. Нет, давай, еще не достаточно. Так, так, стоп, 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 ребят. Анелька, подожди. Все, да? Поехали? Да. Готовы? Давай. Три. Давай. О, Патрик сзади. Раз, два, поехали. Патрик тоже хочет играть, я так понимаю. Так, я бы тебя... Так, папа сосредоточился. Украсть у нас я кусочек. Я сейчас кусочек. Есть, кстати, сыр, пошел. Кстати, вы видели, что у меня редко бывает... Булочка, пошла. У нас редко бывает... Лимончик. Пропуск. Бананчик. Так, а, я пропускаю. А мама пропускает. Я только сказала, что у меня редко бывает пропуск. Папа! Папа снова, чемпион! Да? Давай, Степаша с мамой. Папа, я говорил. Папа, успокойся. Ребята, так нельзя. Там должен успокаиваться. Ребята, какая прикольная игра. Реально, я да. Не было на нее надежды вообще. Три, давай, мама, быстрее! Давай, мама, быстрее! Нет, давай! Нет, давай! Нет. Давай! Три, два, один. Давай! Давай! Мама, молодец. Мама. Так, давай, Степаша. Мама. Так. И сыр. Потом давай. Нету. Давай. Родители-чемпионы. 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 Все, сейчас будут слезы. Не надо. Давай еще раз. Не надо. Он выиграл с тобой, тебя маму выиграл. Кстати, он выиграл раз два. Ну, он выиграл тебя, папа выиграл вас всех. Я выиграла раза два тоже. Да. То есть, получается, папа у нас чемпион? Папа чемпион семьи, Степаха чемпион мамы с Амелией. Ага, ну да, получается. Итак, давайте так, ребятки. Как вам игра? Степан. Степаха. 10 баллов. 10 реально клевая, прикольная игра. Честно говоря, как мы ее открыли, там она что-то крутилась. Даже не 10, 12. Я даже не думал, что настолько будет оно прикольно и классно выглядеть, и классно ее играть. Она быстрая, можно играть сколько угодно раз. Еще к этому всему можно играть... тусовкой. Да. Реально. И все происходит быстро. Все происходит быстро, весело и классно. Да. Так что, ребята, холодильник. Давайте подождемся, пока он откроется. А ну-ка. Да. А ну-ка. Что-то он давно у нас не открывался. Ну. Ну, давай холодильничек. Амелия. А ну, вкидывай, да, Амелия. Ну. Так, вот сюда. Амелия, ты видишь, не Амелия. Итак, ребята. Давай, мама, ребята, поворачивай наш холодильник. Вам понравилось? Нам очень понравилось. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк. Ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч, ребята. Пока!